В этом году впервые перед началом церемонии награждения пройдут конференции и круглые столы, в рамках которых обсудят поддержку малого и среднего бизнеса санаторно-курортного комплекса, а также развитие аграрного туризма в крае. Ну а вечером состоится торжественная церемония награждения победителей и концертная программа. Напомним, на участие в 12-м курортном олимпе подано почти 130 заявок со всего края. Санаторно-курортные предприятия Анапы не раз становились обладателями курортного олимпа в разных номинациях. Победителям престижного конкурса признавался и сам город-курорт. Уже известно, что в этом году Анапу представят санатории «Сибур-Юг», «Давиль», «Мотылек», отели «Гранд Прибой» и «Гранд Меридиан», экскурсионные фирмы «Визит» и «Анапа-Тур», музей «Гаргипия» и другие.